Сотрудники Главного управления МЧС России по Чувашии провели с воспитанниками детского лагеря «Волна» урок безопасности. Познавательная встреча была организована в рамках Всероссийской информационно-профилактической акции «Лето безопасности на воде». Главный инспектор ГИМС Юрий Сеткин рассказал детям о правилах безопасного поведения. Узнали ребята, что на лодках и катерах по водоемам можно передвигаться только по правилам, а за порядком на водоемах следит Государственная инспекция по маломерным судам. Любознательно интересовались, где можно получить профессию спасателя. Билет должен быть желательно оранжевого цвета, чтобы он был виден так же, как и круг. Из зеленой воды зеленый жилет можно не увидеть, а оранжевый жилет или спасательный круг обязательно увидят спасатели. И они придут к вам на помощь и окажут вам первую помощь.